перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Умеет пользоваться автотюном Триппи Ред, умеет пользоваться автотюном Трэвис Скотт, умеет пользоваться автотюном Трилл Сэмми, блять, умеет, блять, да куча рэперов только на Западе, а не в России, пацаны, ну, Playboy Carti умеет пользоваться автотюном. Кто, я просто не понимаю. Еще раз, как кого-нибудь, пожалуйста. Фьючер умеет пользоваться автотюном. Молодец. И с Маркула ни одного трека с автотюном не слышал. Скиньте хоть один, послушаю. ЛСП — это мимо, ребята, вообще. Мимо, мимо, пацаны, мимо. Так, Фейса я ни одного трека с автотюном не слышал. У Биг Бэби Тейпа я тоже ни одного трека с автотюном не слышал. Так что, пацаны, скидывайте, обладает, тоже ни одного трека с автотюном не слышал, скидывайте, я хоть послушаю. Ну, Lil Skies, понятно, да, тоже автотюн у него неплохой. Просто давайте я вам объясню, что такое автотюн, да. Во-первых, вообще автотюн и тюн — это вообще довольно-таки тонкие вещи. Обладает последний билет. Сейчас включу, послушаю. Спасибо большое. Это тонкая довольно-таки вещь. Она подбирается именно под твой голос, под твой тембр. Ищется нота, как бы. Это довольно-таки непросто найти. И не каждому автотюн подойдет. То есть некоторым людям он абсолютно не идет. И автотюн бывает абсолютно разный, абсолютно разная тональность и так далее. И чтобы юзать круто автотюн, надо иметь звукоинженера с золотыми руками, потому что большинство звукоинженеров в России даже не понимают, как им пользоваться правильно. Как-то так. Так что еще раз, скидывайте, пожалуйста, мне в директ клип песни с автотюном, я их буду слушать, и может, я что-то не знаю. Вот на альбоме я вам покажу, как работать надо с ним. И помимо треков с автотюном, там будут еще треки без автотюна. Их немного будет, но как-то так. Так что я жду ваших сообщений и клипов там, не знаю чего. Я буду смотреть, потому что действительно уже 2018, я ничего нормального с автотюном не слышал. Именно реально с крутым автотюном. На альбоме будет один из треков. Я уже говорил об этом не раз. Все знают об этом. У Лил Уэйна очень мерзкий голос. Я знаю, что он юзает автотюн иногда, но у него очень мерзкий голос, я не могу его слушать. В общем, я даже не буду спорить с вами.
При чем тут Трэвис Скотт? Я не говорил про западных артистов, я говорю про русских артистов. Русских артистов в России. Потому что очень много, я уже перечислял артистов западных, которые именно умеют пользоваться автотюном. Привет, Артемыч, смотри. Смотри, так уже неделю. Артем, так уже неделю происходит. Ваня, ну? Что ты делаешь? Ну что, решил размяться, пока ты собираешься идти на завтрак. Кто знает эту игру, пацаны? Это мне Олег показал, кстати. Я раньше в нее не играл. Кто знает? Смотрите, какой никнейм у него. Ору, бля. Братуха, тебя сейчас нагнут. Все-таки ты Фроста, да, выбрал? Угу. Красавчик. Ты красавчик, братан. Давай. Работай, братан, работай. Он на работе, пацан. Он работает. Вов, да, это пацаны Вов. Кстати, я купил Азерот себе, так что, пацаны, добавляйте меня в Вове, кто еще играет в него, конечно. Потому что никак не могу избавиться от привычки детства. Каждую, сука, блин, патч, который они выпускают, я каждый купил. На каждый я повелся. О, смотрите, кто-то играет. Ник Топ Дог. Топ Дог. Ник Вове мой. Как это сервер? Топ Дог. Сервер. Свежеватель душ, бля, пацаны. Новые татухи скоро будут. Очень много будет. Я просто, мне пока не до них еще. В доту лучше с ними не играть. Вот пишет Баскет, и он абсолютно прав, блядь, мать его. С нами лучше не играть в доту, мы не умеем. We can't. Орда. Только Орда, братан. Москита я не слышал автотюна. В общем, пацаны, еще раз я попросил вас, я надеюсь, вы мне будете... Собака нормальная, вот она, смотрите. Уру. Шкнирту. Шкнирту. Такая ты красивая у меня. Просто красотка. Олег Маныгович. Рус, привет. Что ты, Валерий, шкарный кушает? Кушает всякую дрянь, блядь. Собакис. Так, что, Артём 15-го, да, приедет? Да, Артём 15-го привалит. Сделал бы трек с Трэвисом Скоттом. Бля, что за дебильные вопросы, блядь.
Да, короче, вы трипуете, пацаны. Пошлая Молли делает рок вообще. Какой автотюн, вы еще пизданулись. Про альбом Face я говорил на прошлой трансляции. Не-не, больше никаких сниппетов, пацаны, не будет вообще. Никаких сниппетов. Все ждем 21-го. Лил Яхти, да, я говорю, да, он один из богов автотюна, я бы так сказал. Да, но вы слышали сниппет только бита, я даже там еще не начинал читать. Да я не убитый, меня баскет поднял, блядь, в 7 утра, пацаны, чтобы доснять клип. Я вообще не выспался. Я поспал 3-4 часа. Мне прям вообще... Это... Рубит, пацаны. Рубик. Собаку зовут Сати. Такая певица была, как там, Сати? Сати Казанова. Сати Казанова была. Подпольное такая... имя собаки Шкнирту. Подпольное имя Шкнирту. Смотрите, ай, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как не стыдно. У Скриптонита не слышал автотюна. Ты слышал у Скриптонита автотюн? Слышал что-то, вот это вот, но это не автотюн. Не, это не автотюн, это пиздец какой-то. Это какой-то... Не знаю, что это даже такое, если честно. Сати красивая, да, мне тоже нравится. Альбом будет только фит с одним человеком. Это Смоки Мо, Саша. Только... Он один будет на моем альбоме, больше никого не будет. В общем, ладно, что на самом деле я распинаюсь тут перед вами. Готовьтесь. Готовьтесь, да, просто готовьтесь. Потом, после альбома мы с вами обсудим, кто умеет пользоваться автотюном, а кто не умеет. Меры безопасности автотюном. При прослушивании используются. Хорошего вам дня, ребята, девочки, мальчики. Обнял вас. Пацаны, я послушал, что мне скинули. Ну, я так, в принципе, и думал, что мне полную хуету будете скидывать. У нас разное представление с вами о автотюне. Это точно. Так что все, что вы скинули, пацаны, это мимо, или это очень устарело, либо это просто отвратительно звучит, потому что не умеет пользоваться. Ну, я вам покажу, как им надо пользоваться на моем новом альбоме, пацаны. Хорошо. По этой теме насчет эфира я...